Всем привет, ребята! Вы на моем канале. И это продолжение предыдущего видео. Там мы ездили в Ленинск. Ну, в общем, я не буду вам ничего рассказывать, не буду, так сказать, спойлерить. Если вы еще не смотрели это видео, обязательно после этого видео его посмотрите. Почему я так сказала? Не знаю. Да, в общем, там было много интересных штук. В скобочках нет. Не, ну там правда было очень интересное видео. Сейчас я вам не смогу показать покупки, как обещала, потому что сейчас мы на ночевке у Кати. Вот, и возможно, если мы видео про ночевку, оно будет веселее, чем прошлое, потому что там было просто вот такая вот, как зубы. Вот, поэтому я его попытаюсь снять класснее. Первое, то, что мы купили, это штатив. То есть я его взяла Кате, чтобы начать уже снимать видео ровненько, а не вот таким вот образом, с трясущимися руками. В общем, он у меня красненький. И сейчас, как вы уже, наверное, заметили, нас не снимает никакой взрослый. Сейчас мы снимаемся сами. Точнее, нас снимает штатив. Мы всегда снимали сами. В общем, ребята, мы уже это видео снимаем второй раз, потому что в первый раз у нас упал штатив. И это было очень-очень громко. Сейчас я вам покажу еще одну вещь, которую я купила. Ну, точнее, мне купили. Мы ездили с Катиной мамой, с Катей, мной и моей мамой. И что сейчас со мной, ну, именно из моих покупок, это штатив и вот эти вот красавчики. Посмотрите, это очень-очень красивая обувь зимняя. Просто у меня предыдущие стали мне малые. Именно поэтому мне купили обувь. Да, мне купили обувь. Также мне купили штаны, но это все вы можете посмотреть в предыдущем видео. Сейчас поставлю штатив хоть вам. Кстати, Ксюш, это я ж тебя навлекла на это, штатив купить. Это я тебя навлекла его купить. Нет. Да. Хотя, вообще-то, это я тебе сказала, потом ты мне уже начала. Ой, давай спорить, давай спорить. Ладно, как в общем, давай, мы уже заняты. Можем рассказать историю, как мы, типа, его нашли. Да, история штатива. История, как у нас появился штатив. Ладно, все. Ребят, всем пока, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, ждите нового видосика. Пока!